Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пермен. Нет у меня сомнений, что эта команда будет играть сегодня первым номером, по возможности не позволяя сопернику завладеть мячом. Их основное оружие, их козырь – это непревзойденная игра на коротке. Все эти быстрые передачи дезориентируют. Стартовый состав гостей вашему вниманию. Схожая схема и у второй команды. Интересно будет понаблюдать за противостоянием фланговых игроков. Неймар. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Кимпембе. Паредес. ПСЖ в итоге остается без мяча. Такой турнир, как Лига Чемпионов, всегда особняком стоит для команд, которые в нем участвуют. Поэтому борьба за попадание в турнир всегда стоит особняком в сезоне. Да, ведь для многих Лига Чемпионов даже важнее регулярного чемпионата. Это и возможность привлечь дополнительные финансы в клуб и заработать известность на международном уровне. Вы знаете, есть... Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пермен. Нет у меня сомнений, что эта команда будет играть сегодня первым номером, по возможности не позволяя сопернику завладеть мячом. Их основное оружие, их козырь – это непревзойденная игра на коротке. Все эти быстрые передачи дезориентируют. Стартовый состав гостей вашему вниманию. Схожая схема и у второй команды. Интересно будет понаблюдать за противостоянием фланговых игроков. Неймар. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Кимпембе. Паредес. ПСЖ в итоге остается без мяча. Такой турнир, как Лига Чемпионов, всегда особняком стоит для команд, которые в нем участвуют. Поэтому борьба за попадание в турнир всегда стоит особняком в сезоне. Да, ведь для многих Лига Чемпионов даже важнее регулярного чемпионата. Это и возможность привлечь дополнительные финансы в клуб и заработать известность на международном уровне. Вы знаете, есть... Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пермен. Нет у меня сомнений, что эта команда будет играть сегодня первым номером, по возможности не позволяя сопернику завладеть мячом. Их основное оружие, их козырь – это непревзойденная игра на коротке. Все эти быстрые передачи дезориентируют. Стартовый состав гостей вашему вниманию. Схожая схема и у второй команды. Интересно будет понаблюдать за противостоянием фланговых игроков. Неймар. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Кимпембе. Паредес. ПСЖ в итоге остается без мяча. Такой турнир, как Лига Чемпионов, всегда особняком стоит для команд, которые в нем участвуют. Поэтому борьба за попадание в турнир всегда стоит особняком в сезоне. Да, ведь для многих Лига Чемпионов даже важнее регулярного чемпионата. Это и возможность привлечь дополнительные финансы в клуб и заработать известность на международном уровне. Вы знаете, есть... Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пермен. Нет у меня сомнений, что эта команда будет играть сегодня первым номером, по возможности не позволяя сопернику завладеть мячом. Их основное оружие, их козырь – это непревзойденная игра на коротке. Все эти быстрые передачи дезориентируют. Стартовый состав гостей вашему вниманию. Схожая схема и у второй команды.
Интересно будет понаблюдать за противостоянием фланговых игроков. Неймар. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Кимпембе. Паредес. ПСЖ в итоге остается без мяча. Такой турнир, как Лига Чемпионов, всегда особняком стоит для команд, которые в нем участвуют. Поэтому борьба за попадание в турнир всегда стоит особняком в сезоне. Да, ведь для многих Лиги Чемпионов даже важнее регулярного чемпионата.